Я первый раз такое вижу, вот это вот просто... Да, видимо, нас ебать сейчас будут, как детей, я уже понял. Если вы не будете такой херни делать, то все будет нормально. Да все нормально. Бля, проснулся, дед, не ори. Да ты... Всегда есть какая-нибудь хуйня, там бомж захватил счетик, мы не можем контролировать. Ну не такая херня, когда один просто полчаса трёт. Мы могли впереди бежать, как знаешь, сейчас бывает. Второй вниз вообще прыгает с крыши. Впереди чувак бежит, ну Никита мне же то, что взяли, ну блядь, бомжи бывает мешает. Трое бегут, а одного пиздят сзади. Ты говоришь, что он не бежит? Ну блядь, его бомж... Я сказал, во-первых, не спрыгивать, а во-вторых, он долго терся, там видишь, что все уже у забора. Ну, потому что его бомжи могли... То есть все карты у вас на руках были, вы начали тупить. Ясненько. Обожаю вас просто. Просто обожаю. Типа я всю инфу дал, типа, какого черта...